Сообщение было выслано 4 боевых расчета и одна автолестница. Проникли в квартиру, обнаружили очаг. Также, со слов соседей, возможно было нахождение пострадавшего. Проведя активные поиски в квартире, поиски усложнялись в том, что квартира захламлена строительным и мебельным мусором. Мебель была оставлена хаотично. Вот. Между шкафами и стеной нашли пострадавшего мужчину с ожогами тела. Вот. В последующем был вынес на свежий воздух звеном газозащитной службы и передан скорой помощи. Пожар был ликвидирован в 15 часов 16 минут.